Вы на территории? Да, я зашел на территорию. Вагоны мне бьет сверху. Их двое там. Один минус. Какой? Один в вагоне. В вагоне живой челик. В вагоне минус. Вик, ты в углу? Да. Ну, типа я не удивлен. Сука. О, сидел, да? Вышел, но я обратно зашел. Первый этаж. Я зашел, это вид. Это я был. Минус один. Еще. У меня дробовик, блядь! Он фотограф, ёбаный, не убивайте меня! А, нет! Тебя убил, нет? Я минус, да, я минус. Я тебя убил. Сука, сфотографил меня на паспорт, блядь. Сорян. А чё я делал? Я смог лечь или не смог лечь? Нет. Я сжал лечь, но он не лёг, значит. Да, ты меня в грудную клетку. За что? Он сам себя сфоткал или ты его сфоткал? Ах, один. Там я сейчас отмечу, попробую зайти. А, вижу, забей. Блять, мы с ним разменялись. В опене, блин. А, нет, я его не убил. А, хилится. Подожди ты, да не выдумывай, ну, чел, давай не будем. Ты его зарубил? 14-й чел. Ты у меня? Нет. Фу. Третий. Убил, фулка. Понял, иду к тебе, скоро это выведу. Что? Прячусь. Я на кухне, если чё. Хера себе спавны. Это чё такое? По-моему, там еще должны быть. Да, это боссы, но их нахер. Я пошел. И здесь тоже кровь. Иди тут они. Сука. Ну вот он. Нет, боты не надо. За что две ноги-то минус мне сразу? Нет, я сказал, я не пойду, я не хочу. Нет, все. Они идут убивать меня. Да сука! Я второй спустилась. А второй, да? Покажи-то не успел, да спасибо, убежал. Аня, ну что ты делаешь? Смотри. Смотри, как надо это делать, Аня, ну. Ослепил? Первый. Как бы не ослепло вообще. Сейчас я ослепла. Аня, стой.
Аня. Нет, дайте сфотографирую. Дайте сфотографирую, Аня. Погоди, ну куда пошла? Слушай, ты идешь. Возьму. В смысле, не попал? Ну, немножко. Нормально фотография получилась? Нет, та вот в душке было, у втрешки было лучше. Сегодня я видел все, мне кажется, Старка. Вы точно последний рейд. Аня, фотографировать тебя будем? Сразу говори только. Нет. Как хочешь там, профиль, ванфас. Сзади. Сзади, со спины? Да. Там смотри, полароид, сразу фотка получится. Лучше не будут торчать, нет? А, нет, нормально. Хорошо. Ты их спрячь, шапочки будут. Я пошла отсюда. Хороший фотограф на весь золото. И кто-то под деревом. Плохие сервера. Это что? Как на них играть на этих серверах? Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста. Блять. Не, это надо в нарезку будет поставить. Бегай. Это надо, вот прикинь, настолько быть вот это вот, да, чтобы смотри. Типа, ты любишь лутаться, ты любишь много денег. Тебе предлагают вколоть в себя баф, чтобы получить еще больше денег и лут. Но ты жалко, потому что этот баф стоит денег, понимаешь? Это замкнутый круг просто получается. Вот реально, это вот... Это тупая, это как бы феномен, бля. Да не, на самом деле за тремора больше напрягает. Да? Ну так и поняли. Это тремор у тебя потом, когда ты потратишь 30 тысяч на этот баф, или что случается? У меня тоже. Во. Вот скажите мне, что я его сейчас убил. Либо пойдем сейчас... А, ну убил. Но мы с ним разменялись, получается. Так вот я ему первый в голову выстрелил. Вот у нас медички. Да? Там два типа дерутся. Блять! Я минус. Это что такое было? Как-то, не знаю. А, ты меня убил, Мэтт, спасибо. Все, по-моему. Да, это боссы. Гратом не кидает. Он ведь докинет. Хорошо. Не, ну чат. Бля, кимит! Вали кепку! Одного усыпил. У меня. В каморке. В смысле, ты не сдох, блять, убью. Алло! Убил. Он бессмертный. Он родился 400 лет назад в горах Шотландии. А по-моему, это третий. Блять, не-не-не-не! Блять, не регает. Но бессмертен не только он, есть и другие.
Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.